Приветствую на канале «Правильный выбор». Сегодня обзор на газовую варочную панель Gefest PVG223201. Если вы еще не подписались на канал, рекомендую это исправить и обязательно активируйте колокольчик, тогда вы не пропустите выход нового ролика. Ссылки на выгодные цены и полные характеристики оставлю в описании. После просмотра поделитесь своим мнением в комментариях и поддержите канал лайком. Варочная панель в черном цвете со стеклянной поверхностью и составными фигурными решетками из чугуна. Панель управления смещена в правую часть, выступающие элементы декорированы. Сетевой шнур и вилка в комплекте поставки. Поверхность произведена из закаленного стекла, которое очищается от загрязнений с помощью мягкой ткани или губки с применением неабразивного моющего средства. Компактная модель не занимает много места и встраивается в столешницу толщиной не менее 30 мм. Прочная чугунная решетка имеет резиновые ножки, что обеспечивает устойчивость и отсутствие скольжения. Газовая варочная панель характеризуется продолжительным сроком службы за счет высококачественных материалов изготовления. Конфорок 4 от малой и экономичной до двухзонной с мощным и быстрым нагревом. Каждая горелка оснащена системой газ-контроля. Для экономичного горения пламени предусмотрено фиксированное положение рукоятки выключателя, режим «малое пламя». Модель не подвержена возникновению механических повреждений в результате внешнего воздействия. Варочная панель подключается к стандартной электрической сети. Регулировать уровень нагрева можно посредством поворотных механизмов, которые расположены на корпусе. Устройство можно подсоединять к газовому баллону с помощью жиклеров, которые есть в комплекте. Автоматический электроподжиг упрощает процесс применения. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас расскажу о них, сначала отрицательные. Двойная конфорка шумновата. Плохо отмывается. Теперь перейдем к положительным. Недорого, красиво и качественно. Простота установки. Мягкий электроподжиг. Очень удобное в использовании. Отличный дизайн. Есть электроподжиг и газ-контроль. На футорках стоит маркировка «Сделано в Италии». Решетка и блины на конфорках сделаны из чугуна. Если эта модель вам не подходит, смотрите уже вышедшие ролики, и вы обязательно для себя что-то найдете. Под видео в описании оставлю подборку ссылок на выгодные цены и актуальное наличие. Чтобы не пропустить выход нового видео, включите колокольчик и подпишитесь на наш канал. Буду рад вашей поддержке, пишите комментарии и ставьте лайки. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».